Родственники обнаружили подмену лишь когда тело 58-летнего нефтекамца было доставлено в аэропорт Уфы, после чего они заявили о произошедшем во все инстанции. Поясним, что из-за многочисленных документальных проволочек тело пожилого нефтекамца смогли доставить на похороны лишь спустя 10 дней после смерти. Родственники мужчины возмущены таким положением дел и намерены добиваться того, чтобы виновные понесли наказание. В посольстве Российской Федерации в Египте уже заявили о том, что намерены наказать похоронное агентство и страховую компанию, которая занималась непосредственно пересылкой тела из Египта в нашу страну.